Друзья, всем привет! С вами снова я, Алибек, моя говорящая рука. На обзоре у нас сегодня вот такие вот два прицела от компании T-Eagle. В принципе, почти с одинаковой кратностью. T-Eagle AR 2.5 на 15 на 32 во второй фокальной плоскости. Кстати, оба прицела во второй фокалке. И T-Eagle IMAX HD Optics 2.16 на 44 во второй фокалке. Что здесь сетка елочка, что здесь сетка елочка. Итак, давайте перейдем к распаковке. Так. Что мы здесь видим? Сразу распакуем оба прицела. Вот такой вот, кстати, качественный ложемент здесь. При транспортировке ничто там не произойдет с посылкой в дороге. Это очень мне нравится. Так, ну, стандартно бленда. Кстати, здесь именно в этой модели крышечки закручиваются, получается, металлические. Таким макаром. Ага. Так, и распакуем прицел T-Eagle 2.5 на 15 на 32. Это своего рода загонник. Так, батареечка. Тоже бленда, салфетка. Здесь такой ложемент, здесь бленда есть. Итак, вот так вот у нас два прицела на обзоре. Это шурум-бурум можем убрать. Два прицела на обзоре. T-Eagle 2.5 на 15 на 32 во второй фокалке. И T-Eagle на ED линзах 2.16 на 44. Оба прицела во второй фокальной плоскости. Поговорим немного о габаритах. IMAX 2.16 на 44. У него габариты какие? Вес его составляет... Сейчас мы найдем здесь. Так, 2.16 на 44. Вес его составляет 800 грамм. Поправки МОА. Плюс 50, минус 50 МОА. Длина прицела у нас, так, что у нас здесь по длине написано? 31 сантиметр, 32 сантиметра. Вместе с крышками 32 сантиметра длина прицела. Так, перейдем к оптике 2.5 на 15. У него там интересная сеточка. Так, прицел 2.5 на 15 на 32 T-Eagle, вес его 789 грамм, длина его 26 сантиметров. Айрелив у обоих 10 сантиметров, оснащены оба подсветкой без промежуточного отключения. Вот я заметил, что у компании T-Eagle именно подсветка в прицелах без промежуточного отключения. Это... Не знаю, может, небольшой минус даже, мне кажется. Так, отстройка параллакса. Послушаем щелчки. Барабанчики тактические. Щелчки четкие. Крышечки вот такие. Довольно-таки качественно исполнены, не хлипкие. Вороток для смены кратности. Также здесь есть кольцо для отстройки параллакса. Устанавливается. Кольцо для подсветки. Не для параллакса. Или для параллакса. Да, это для параллакса кольцо, все верно.
перейдем к прицелу. Т-Игл 2.16 на 44. Барабанчики тоже тактические. Так, что еще можем сказать о данных прицелах? Данные прицелы отлично подойдут на PSP пневматику, не на тяжелые калибры. Я думаю, данный загонник будет держать спокойно 223 калибр. Также с возможностью установки на мелкашечку. Вот такие два прекрасных прицела. Давайте перейдем к просмотру сеточки прицела через камеру триггеркам. Покрутим, пощелкаем, глянем картинку. Если будет возможность, в будущем там установим и постреляем даже с какого-нибудь из этого прицела. Вы сами можете написать в комментариях, с какого прицела лучше пострелять, о каком прицеле написать более подробно. Эти все вопросы вы можете задать там в комментариях. Ну что, пойдемте смотреть картиночку. Итак, друзья, всем привет. Снимаем картинку с прицела AR 2.5 на 15 на 32 от компании T-Eagle. Как мы видим, картинка на 1200 метров. Более-менее все нормально. Глазом картинка четкая, качественная. Единственное, есть небольшие аберрации, размытия по краям. В центре прицела картинка очень яркая. Прицел довольно-таки неплохой для дистанции 50, 80, 100 метров для пневматики или для мелкашки. Кратно сейчас стоит у нас шестерка. Ну-ка, кратно сейчас поставим однерочку. Ага. Вот так. Ну-ка попробуем еще покрутить. Ну, на данный момент это самая как бы такая настроенная картинка. Друзья, всем привет. Прицел номер 2. T-Eagle 2.16 на 44 на ED линзах. Вот как мы видим, на кратности 2 картиночка сочная у нас. Начнем приближение. Начнем настраиваться. Дистанция у нас 1200 метров. Сейчас мы настроимся. Так. Кратность у прицела 2.16. Линза 44, по краям никаких аберраций нету. Я думаю, этот прицел для 100 метров будет себя очень отлично показывать. Так, уменьшим кратность на шестерочку. Прицел на кратности 6. Я извиняюсь за нестабильный упор. Во второй фокальной плоскости прицел. Поиграем чуть-чуть с параллаксом. Параллакс выставлен на бесконечность. Дистанция до трубы 1200 метров. Глазом, если смотреть, картинка очень четенькая, сочная, насыщенная. Так. Попробуем еще раз настроить. Ага. Фокус настраиваем. Ну, это самая вот четкая картинка, которую
я как бы мог передать вам. Друзья, продолжаем наш обзор. Вот посмотрели через насадку, триггеркам, прицелы. Еще раз повторюсь, данные прицелы не предназначены для высокоточной стрельбы. Данные прицелы предназначены для стрельбы из пневматики, мелкашки, 223 калибр. Дистанции там до 300 метров. Так, глянем прицел. Т-Игл. 2,16 на 44. Также возьмем модель прицела T-Eagle AR 2,5 на 15 на 32. Вот такой вот симпатичный загонник. Ну что, данные прицелы для пневматики, это по типу загонника, это как обычный прицел, полноразмерный. Длина 31 см у 2,16 на 44 на EDX стеклах. У данного прицела длина 26 см, оба прицела во второй фокалке. Ну как бы вот так вкратце, пишите комментарии, на какую винтовочку их поставить. Сделаем для вас обзор. Всем всего доброго, всем мира и добра, на связи.